черепашка. Ты взял гандоны? Привет, ребята, в этом видео мы разберем полностью JBL Charge 4. Мне уже давно было интересно это сделать, но все было лень и руки не доходили. Но теперь я это сделаю, и я ее разберу полностью до последнего винтика. Ну все, что открутится, я это откручу. Ну и прежде чем мы ее разберем дальше, давайте проверим, работает ли она еще или нет, чтобы после того, как я ее собрал назад, не было неожиданности, типа опа, не включилась. Сейчас немного понаваливал бас и вспомнил, я же вроде на эту колонку не надевал гандоны. Натянем гандон, навалим бас. Ну вот, ребят, как вы видите, все работает. Гандон порвался, так же, как это было и с JBL Charge 3. А теперь мы продолжаем разбирать ее дальше и посмотрим, какой там внутри аккумулятор, какая схема, ну и все, что там найдем. Смотрите, прикол какой. И тут у нас три банки. Ну вот, мы добыли аккумулятор. Сейчас попробуем прочитать, что тут написано. Мне почему-то кажется, что этот аккумулятор хуже, чем тот, который стоял в JBL Charge 3. Вы, конечно, снизу в комментариях напишите свое мнение, что вы думаете насчет этого аккумулятора, насчет того, что стоит в JBL Charge 3, какой лучше. Ну, естественно, мы на этом не остановимся, потому что я хочу увидеть, что там за банки. Давайте мы его так прорежем. И это вся информация, которая была на этих банках. Они какие-то серого цвета. Первый раз такие вижу. Возможно, в интернете есть какая-то информация насчет таких аккумуляторов.
Ну вот, ребят, как и обещал, я полностью разобрал колонку, мы посмотрели, какая схема, какой динамик, какой аккумулятор, какие тут проводки внутри находятся, а теперь все это пора собрать назад. Надеюсь, у меня это получится. Теперь самое интересное, так как у нас есть открытая дырка с этой стороны и с этой стороны, я думаю надеть два гандона вот так друг напротив друга и посмотреть, как динамик будет вместо пассивок раскачивать гандоны. Это должно быть прикольно. Вот такие вот пассивки у нас будут теперь. Теперь мы попробуем самое интересное, минус и плюс, и посмотрим, выдержат ли гандоны в качестве пассивок или нет.
Ребят, это полный пиздец. Ну вы видели, как руки ходят ходуном. Это просто какой-то вообще нереальный кайф. У меня руки теперь такое ощущение, что они все в коликах, как будто они уснули. Ну а теперь мы продолжаем ее собирать назад. Гондоны я снимаю. Сука, магнит настолько сильно нагрелся, что можно обжечь его, даже если чуть-чуть к нему прикоснуться. Вообще колонка, она вся теплая, особенно вот эта рамка, она горячая. И какого-то запаха плохого нет, так что я думаю, колонка нормальная, целая. Все, ребят, на этом разборка этой колонки закончена. Все, что я мог, я вам показал. Даже сделал небольшой тест с гондонами, что очень прикольно получилось. Ну а вы, в свою очередь, не забывайте ставить большие пальцы вверх, подписываться на канал, жать колокольчик, хуярить мои любимые комментарии под этим видео. Да вообще под всеми видео. И всем удачи, пока.